Я пришла в G-Rock в 2008 году. Мне показали на картинке группы «Версаль», и мне тогда она очень понравилась, потому что тогда я слушала металл и прочее, и тогда я любила аниме, и поэтому как бы мой готический мир, хобби и мой мир как бы аниме, Япония, они пересеклись в одно. И мы тогда стали делать косплей, и мы как-то очень быстро влились в тусовку, мы сразу же через полгода выступили на конвенте со сценкой, потом я еще несколько лет подряд выступала, но мне больше понравилось находиться за кулисами, а не на сцене. И так потихоньку от волонтера, затем координатором, затем снова выступающим, потом снова координатором, и так пошло, и я почему-то организатор этого фестиваля. Всем привет! Мы сейчас находимся на G-Rock конвенте. G-Rock конвент — это фестиваль, посвященный японской как рок-музыке, так и поп-музыке. Он проходит уже 14-й раз. Здесь участвует очень много интересных людей, которые проявляют себя, проявляют свои таланты, как-то выражают себя через нашу любимую музыку, могут почувствовать, можно сказать, себя через это. Мы уже участвуем 3 года подряд в G-Rock конвенте, и мы уже замечаем, как хорошо меняется конвент. Много стало приятных нововведений, как в гримерке, больше помещений, так и в организации. Очень душевный конвент. И... Очень ламповый, да. Да. В G-Rock меня привела моя прекрасная напарница, открыла она для меня его, наверное, полгода назад. Я как человек, который сталкивался с ним только на фестивалях годов так 10-11, думала, что меня не затянет, и вот я здесь, меня затянуло. В G-Rock, наверное, с 10-12 года, и как-то мы плавно докатились до Москвы. G-Rock, естественно, мне нравится и нравится очень сильно группа Magic Bray, которую мы косплеим уже 5-й год. Ездим сюда издалека, сугубо, чтобы показать наши образы, потому что эта музыка очень вдохновляет на сотворение данных образов, на что-то такое креативное и, в принципе, вдохновляет на продолжение жизни, мне кажется, в нашем тотленном городе. Мы из Тагила. G-Rock для меня вот это вот, потому что, блин, я никогда в жизни не думала, что я буду на ходулях ходить, а тут я вот это вот все делаю, надеваю ходули, иду, ужасно боюсь, но тем не менее все равно выхожу, потому что это классно. Это не совсем G-Rock, конечно, но... G-Rock — это выживание, но приятное. Мне кажется, ни в одной музыке нету какого-то такого особенного настроения. Я не знаю, в чем именно дело, но мне кажется, что это вот именно какой-то тот вот японский колорит, за который мы все любим G-Rock, и это круто. Ни в одной музыке мира больше такого нет. А мне в G-Rock нравится именно составляющая, помимо музыки, визуальная. Вместе они образуют такую интересную концепцию, то, что у каждой группы, у каждого исполнителя есть не просто там альбом и какой-то образ. Это всегда какой-то концепт, который длится из альбома в альбом. И интересно всегда было, ну, по крайней мере, раньше наблюдать за артистами, потому что их концепт, он всегда превращался во что-то новое. И именно это мне понравилось, что помимо музыки ты еще следишь за каким-то миром, как будто бы книгу какую-то читаешь. Мне в G-Rock нравится визуальная часть, все, что можно увидеть, посмотреть. Ну, собственно, как не только в G-Rock, то есть вот я в этом году немножко отъехала от темы. Вот, но для меня, да, это такой большой визуальный пласт, приятный, классный, разнообразный. У меня G-Rock — это та сфера, где можно самовыразиться, почувствовать себя, ну как, не то чтобы кем-то еще, а примерить на себя роль.
Это сфера, где мне очень нравится. Где я чувствую себя спокойно, хорошо и нет никаких проблем мирских. J-Rock фандоме и, в частности, в J-Rock конвенте, наверное, самым главным для большинства людей является то, что здесь не нужно объяснять то сложное, что ты любишь в себе и других людях. То есть такая странная красота для других людей, которая здесь в избытке, ее больше не будет нигде, и только тут ты можешь просто сказать: «О, вот это круто!» И никто не скажет тебе: «Да ты что, совсем?» Как все языка снял, на палочку держи. Мне нравится в J-Rock фандоме то, что очень много ярких образов, которые можно воплотить в жизнь и показать на сцене. Воплотиться в любимого персонажа. Просто много кожи и меха. Все, что мне нравится. Больше кожи. В J-Rock фандоме мне нравится то, что можно найти коллег, так называемых, то есть по духу, друзей новых и окунуться в фандом конкретно, например, рок-группы и вместе с остальными обмениваться мнением насчет этого, то есть и косплеить, естественно, вместе. То есть можно все. Вот что такое J-Rock фандом. Там можно найти друзей, и с ними ты можешь пройти потом по жизни. Конвент, он сейчас превратился не просто, да, там, фестиваль, вот те, кто любит J-Rock или еще что-то, конкретный круг людей с конкретным творческим мышлением. И здесь они вот именно своим творческим каким-то, ну, вот своим воображением, они чувствуют себя здесь в безопасности. Они могут делать то, что хотят, и им друг с другом комфортно. И мне кажется, это самое ключевое для нашего фестиваля. И вот сейчас конвент стал именно этим. Каждый раз, когда ты приходишь на конвент и видишь всех этих людей, которым не все равно, которые реально делают какие-то сумасшедшие вещи, ты думаешь: о, господи, эти люди запарились вот ради этого фестиваля так сильно, что вот это настолько сильно тебя заряжает, и тебе хочется продолжать, ну, где-то делать и делать снова. Мы на этом J-Rock конвенте опросили уже очень много классных людей. И все классные, у всех горят глаза, все делают то, что им нравится, и это действительно круто. При этом это может быть даже не J-Rock, это может быть что-то похожее, что-то не похожее по своему визуалу, но тем не менее уровень очень высокий, и на каждого участника приятно смотреть, все классные, все классные. Я обожаю J-Rock, это самое, пожалуй, главное, и это отличная площадка для реализации своих возможностей и желаний. Организация, ну, по порядок выше, чем на наших фестивалях обычно. Но здесь как-то все уютно, как-то все по-теплому, все друг друга принимают, все друг друга поддерживают, потому что увлечение одно, течение одно, и независимо ни от чего, все вместе. We'll be right back.
Хотелось бы пожелать J-Rock конвенту продолжать также держать свой уровень, собирать как можно больше людей по всей России, чтобы все J-Rockers объединялись и съезжались на этот фестиваль, чтобы как можно больше народу узнало о нем. И, конечно же, отдельное сердечко Роджеру, потому что мы его очень сильно любим за это. Удачи организаторам и всем участникам, вдохновения, чтобы это продолжать. Я желаю J-Rock конвенту продолжать держать это настроение дружбы, настроение объединения людей и повышать планку, соответственно. Я желаю J-Rock конвенту больше масштабности развития и всего классных штучек. Я желаю J-Rock конвенту быть, расти. И я не знаю, конечно, может быть ли уровень выше, но пускай будем стремиться к чему-то вообще суперкрутому. Не останавливаться, только что масштабность была, аудитория, реклама. Продолжает. J-Rock жив и будет жить. Чтобы он столько же лет работал, сколько уже прошло. И больше. И больше. Да. Любите J-Rock. J-Rock жив. J-Rock жив!